Валяние из шерсти, мастер-классы по лепке из глины и рисованию. В эти выходные Ярославская стрелка стала центром семейного творчества. Здесь жители региона 1 июня отметили главный детский праздник. Он отгремел под названием «День детей и родительского счастья». Это, как считают организаторы, объединяет смысловое содержание и Международного дня защиты детей, и Всемирного дня родителей. Нагулялись, все, поучаствовали в мастер-классах. Завязали шарики, все. На квест очередь, туда не пойдем. Отмечаем другие больше праздники. День мороженого, день города, 9 мая. Всегда приезжаем в центр. В этом весь смысл. В том, чтобы поддержка. Поддержка абсолютно всех детей. Ведь есть дети, у которых нет родителей. И важно не только в этот день не забыть о них, а стараться помнить о них каждый день. О семье, о детях, о воспитании нужно заботиться, думать и не забывать ни в коем случае ни на один час, ни на один день. Не обошлось и без подарков. Награды получили 20 многодетных семей региона. Организаторами праздника выступили областное правительство, мэрия Ярославля и фонд Андрея Первозванного. Также в рамках фестиваля состоялся концерт детских художественных коллективов. Специальными гостями стали солисты Мариинского театра и государственного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Сегодняшний день мы назвали «День детей и родительского счастья». Мы сами придумали это название, желая объединить разные смыслы, которые относятся к сегодняшнему дню. То, что для нас очень важно и имеет такое большое духовное, культурно-историческое значение, это день совместного почитания святых Дмитрия Донского и Ефросинии Московской. Эта благочестивая семья воспитывала 12 детей.